Саксофон – король джаза. Таков девиз всех джазовых исполнителей, да и просто ценителей хорошей и качественной музыки. Самый романтичный инструмент был изобретен в начале 40-х годов 19 века Альфредом Саксом. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения бельгийского мастера духовых инструментов. В честь знаменательной даты лауреат международных конкурсов Анна Степанова организовала благотворительный концерт «Hello, Mr. Sax». И нам очень приятно, что одесситы любят саксофон. И если они любят саксофон, то я хочу немножко проанонсировать, что вот в следующем концертном сезоне в Одесской филармонии открывается абонемент номер 8, который тоже приурочен 200-летию со дня рождения Адольфа Сакса. Он называется тоже «Hello, Mr. Sax». Там будет 4 концерта. В благотворительном концерте «Hello, Mr. Sax» приняли участие саксофонисты из Узбекистана, Украины и Китая, приглашенные музыканты, ученики и друзья Анны Степановой. Это моя жизнь. Он мне нравится, у него красивый тембр и звучание. Также у меня очень хороший учитель Анна Степановна, которая мне помогает во всем. Я живу и учусь в Одессе уже 2 года. Я люблю город за его красоту. Здесь есть хорошие преподаватели, классную Анну. Спасибо ей большое. Творческие проявления музыкантов пришли поддержать представители общественной организации «Интеллектуальный форум». Мой коллега по интеллектуальному форуму Анна Степанова, которая является не только исполнителем высочайшего уровня и профессионалом, она настолько любит этот инструмент, что устраивает концерты, благотворительные концерты в нашем городе для того, чтобы популяризировать этот инструмент, для того, чтобы саксофонная музыка радовала наших горожан. И это замечательно. Репертуар концерта «Hello, Mr. Sax» был разнообразен от Баха до Крепина.